пляже Мармариса, октябрь 21 года. Позади пляж отеля Элеганс и его пирс. Здесь пляж нескольких отелей сюда привозит людей. Вот 3-4 звезды в отеле. Хороший заход, крупный песочек, практически нет гальки. На других качелях будешь, если здесь не занят. Такие вот классные качельки. Vamos Beach. Отель называется Vamos. А это Marius Beach сейчас будет за пирсом. Пляж отеля Marius Beach. 4 звезды, если не ошибаюсь. Ну иди. Это пляж аквапарка Атлантис. Такой небольшой аквапарк. Прямо на набережной находится. Вот, вон он, аквапарк. Чуть повыше. Желтенькие лежаки. На вторые качели можешь пойти. Написано Just Marmaris на качели. Отель называется Паша Гарден Бич и ресторан. Это вот пляж отеля Паша. Также хороший заход, песочек, прозрачная чистая водичка, хотя сегодня с утра только море было спокойно, сейчас немножечко волны. Отель Клебутик, какой-то такой, не знаю, что за отель. Кафешка Бэтмен, а вот здесь на качельках надпись Бэтмен. Ну что, пойдешь на качельки? Пойдем делать обзор пляжа дальше. Давай. Пойдем, давай, чувачки. Я намочила свою пижаму. Ничего страшного.
закрытый отель небольшой какой-то. Здесь водные развлечения. Тихо, ладно. Отель Palm Beach закрыт. Его пляж пустует, используется как общественный. Пирс отеля Palm Beach разобрали временно. Клуб Tigers. А это их пляж. Купил напитки и загораешь весь день на лежаке. Пука. Клуб под названием Пука. Это, судя по всему, пляж этой самой Пуки. Сейчас только закончился обед. Солнце еще сильно жарит. Многие отдыхающие в номерах. Поэтому пляж заполнен не полностью. Отель Мергис. Это его пляж. Это пляж кафе Majestic. Возможно, еще какие-то другие отели. В названии не вижу. Англичане здесь отдыхают. Немцы, то есть русских мало. Судя по всему, это любители отелей не на все включено, а на завтраках. И их отели где-то там дальше, в глубине города. Хотя и русская речь слышна.
Ресторан Пика Белла закрыт, но пляжик используется. Здесь ребята на уже не на лежаках, а на циновках, на полотенцах отдыхают. Здесь пляжи мелких отелей, нескольких, народа особо не видать. Впереди пляж отеля Юнус. Вот он отель. И вот его пляж. Пирса нет, заход хороший. Везде, где я шел, хороший песчаный заход. Камней практически нет. Так, мелочевка кое-какая. Иногда маленький-маленький ракушечек, но тоже немного. Опять же, сейчас сезон закончился практически сегодня, 9 октября 2021 года. В Мармарисе как раз после 10 чисел сезон официально заканчивается. Туристов уже очень мало и портится погода. То есть могут прийти дожди, чуть похолодает. Будет примерно как у нас в средней полосе России. Конец октября, это как у нас июнь, конец августа. Здесь название отеля проглядел, но мы движемся в сторону марины, в сторону замка, то есть к историческому центру. С востока, ой, с запада на восток идем наше направление. Здесь отели 3-4 звезды, но такие неплохие. Отель Мехтаб, это их пляж. Мехтаб Бич Отель. Достаточно большой отель, много лежаков. Пляж длинный. Но народу не очень много. Продолжение следует...
Ну дальше, ребята, дальше идти смысла не вижу. То есть мы дошли практически, ну там не дошли до марины, метров 150, но там пляжи чуть более узкие, начинают попадаться более крупные камушки. В принципе, вот это место самое интересное, наверное. Но еще если идти в обратную сторону, в сторону Эчмелера, там также будут пляжи пошире, поприкольней. Вот на этом мы обзор пляжей Мармариса заканчиваем. Это примерно мы захватили центр, самую середину. Если разделить расстояние от Эчмелера и до набережной Мармариса, то мы прошли примерно 25-30% пляжей. Они все похожи, отличаются лишь только пирсами. Ну и кое-где есть камушки покрупнее, где-то камушки помельче. Вот здесь такой песочек мелкий. Камушки в воде. В воде уже вот такие вот попадаются. Друзья, этим только, собственно, все и отличается. Заход везде плавный, постепенный, с детьми на любом пляже хорошо. Но лучше выбирать все-таки пляж с пирсом. Наш отель «Элеганс» идеален, я считаю. Шикарный пирс и достойный, хороший пляж. На этом мы обзор заканчиваем. Подписываемся на мой канал и ставим лайки, ребят. Пока!